いよりちゃん、うん、ir atbraucis no Daugavpils pilsētas Baltkrievu kultūras centra teātra studija Paulinka, vadītāja Inesa Kozlovska. Šis priekšnesums būs attēlos kā Baltkrievi svin līgo svētkus. Un man bija neliels Baltkrievu valodas kurs,
līgošana Baltkrievu valodā ir kupaļinka. O, kupaļinka. Paldies. Es centos. Labdien! Mēs esam Daugavpils pilsētas domes Baltkrievu kultūras centra teātra studija Paulinka. Šodien mēs parādīsim jums vienu no mūsu tautas svētku scenārijiem – Saugriežu svētku skupāli. Nu tā, vasaras laiks, 6. jūlis. Ģimene gatavojas kupales svētku vakaram. Māte mežā pļāvā lasa savu. Meža pļāva lasa ziedus un dažādas zāles tējai un vainagam. Bērni vāc savus uz zāriņus, tevs sveida ugunskura uz kalna. Tiek dziedātas tautas dziesmas, meklēts maģiskais papardes zieds un no kalna lejā ripināts degošs rats kā saules simbols. Ой, рано, Айна Ивановна, против она ночка мала. Ой, рано, Айна Ивановна, ой, рано, Айна Ивановна, где купала вечерала. Ой, рано, Айна Ивановна, ой, рано, Айна Ивановна, ой, рано, Айна Ивановна, ночевала в чистом поле. Ой, рано, Айна Ивановна, ой, рано, Айна Ивановна. Ой, сегодня купалика. А завтра, Ян, заиграй, Сонька, заиграй нам, как зеленые луги шумели, как зеленая земля стогнала, да я дзявоцкого гуляння, да я дзяноцкого спявання. Ой, рано, Айна Ивановна. Бачу, збираються всі люди уже купальскую ночь провожати. Хлопцы, дзявчатки, дзяды, маладзіцы, кабетки, падлетки усе ідуць. А хто не ідзе, той ведзьма. Матуліша. Дзеточкі, кветочкі мае. Ну што, сухога галяна збіралі? Так, так. Каб полымя аж да зору здымалася, ды вуголля ўсім хапіла. Матулечка, а правда, что купальская ночь чаровная? Так, саправда и чаровная. Кажуть, люди накупали у кожном лесовым куточку кветка папороть в заходе, расцветая в эту ночку. Отшукать туды дороги, где она красует тяжко. Наставляют черти роги, ведьмы скочут у растяжку. Лясуны, русалки, черти. Все шукальника такого наполохают до смерти. Ой, як страшно. Страшно? Ай, ну не пужайтесь, деточки, кветочки мои. Вот что я назбирала. Вот у меня есть надейный сродок от усих ведьмаков. Крапива, жигушка, да и полын. А ніякая ведьма не подойде ты близко. А мы ее крапивой, крапивой. Ось як. Ну что ж, час уже идти до вогнища. Купальское коло оплятать. Что ж, дочушка, косу тебе заплетаю, як кветочки у веночек виваю. Каб до рання каля вогнішча скакаць, пісні піць, ты разом святкаваць. Вось, дачушка моя родная, і вяночак табе прыгожа з кветачак, на добрую долю, на шчаслівы лёс, моя дараженька. Зараз і бацька хусенька прыйдзе.
Līgojāni, tī neguli naktī, neguli Rīgā, ne Jelgavāji. Šonakti, šonakti, mērenja sauliņa, viens jauns pāriņis sasalis kopā. Dievs dos rītā, labu jaņu saulīti, tad to pāripis atkal sildis. Līgojāni, tī neguli naktī, neguli Rīgā, ne Jelgavāji. Ой! Якие добрые песни спевают на моей родине, что на тым березе раки. А, Яночка, твое лига уже отсветковали. Сейчас уже и наше белорусское купалье проводить. Правда, правда. Так, так. Ну, Таточка. Ну что, мои пригожуни, подрихтовались до свята? Так, так. Назбирали сухого галля. Пойдем пылающее коло солнца с горы пускать. Так, так. На тым березе и у той вёски вон уже распаливают вогнище. Идем и мы. Пойдем, Любы, дороги, купальскую ночь провожати, солнце сустракати. Ой, рано, ой, наивана. Ой, рано, ой, наивана. Мама, я пишу себе. Paldies, paldies, paldies teātra studijai Paulinka. Un tagad uzstāsties Daugavpils Baltkrievu kultūras centra folkloras ansambles Kupāļinka, vadītājs Večeslavs Petrovs. Šī ansambļa pirmsākumi meklējami 1992. Gadā. Tā repertuārā ir vairāk nekā 40 Baltkrievu tautas un paražu dziesmas, kā arī latviešu un latgaliešu dziesmas. Un šodien izskanēs arī viena dziesma latgaliski.
же на падочке молочек стоит. Paldies folkloras ansamblim Kupaļinka. Diemžēl jūlijas gandrīz jau ir vidū, bet jūs atgriezāt mūsu līgo sajūtās. Es domāju, daudziem gribētos, lai vasara vēl tikai sākas un mums ir daudz laika, lai baudītu sauli. Bet paldies jums par šo priekšnesumu. Un mēs turpinām ar viesiem no Līvānu novada. Līvānu novada kultūras centra Slāvu kultūras biedrības ansamblis Uzori. Vadītāja Lidija Znotiņa. Šim kolektīvam par tradīciju ir kļuvis tautas dziesmu festivāls Līvānos, kuru slāvu tradīcijā ansamblis Uzori rīko katru rudeni, katru septembri. Kolektīvs izpildīs šodien dziesmas gan latviešu, gan krievu, bet vispār viņu izpilda ļoti daudzās valodās dziesmas, gan krievu, gan latviešu, gan ukraiņu, un šodien mēs arī dzirdēsim. Шок, лапушок,